Привет, друзья! Поставьте плюсики, все хорошо, все в порядке. Добрый день, друзья, партнеры, коллеги. Это Александр Курочкин, и мы даже здесь не вдвоем, потому что здесь еще поближе подсаживается Вера Георгиевна. Дорогие друзья, сегодня у меня гости. Вот такой у нас бизнес, который всех объединяет. Но Вера Георгиевна — это человек, моя давнишняя приятельница, с которой мы давно были еще знакомы в городе Ростове, дружили. И сейчас она живет в Киеве. Когда я приезжаю в Киев, я у нее останавливаюсь, и это просто незабываемо. Мы живем всегда в шикарных условиях. У нее так красиво, я помню, этот стеклянный витраж и река, под которой идут корабли. Огромный сад, там бегают ежики, там прекрасные красивые растения. И во время завтрака Вера Георгиевна играет на рояле. Это просто супер. А сейчас Вера Георгиевна, она включается в наш бизнес, становится нашим партнером, чему мы очень рады. Вот, она познакомила с Виталием Котляровым, они взаимодействуют. Так что я очень рада, что у нас такой вот еще светлячок прибавляется. И здесь рядышком со мной сейчас вы видите, это Александр Курочкин. Многие его знают. Это уже наш партнер, успешный партнер из города Севастополя, Крым. И мы познакомились когда-то в Грузии, в Кабулете. Вот очень здорово, что наша компания, она всех объединяет, всех сплачивает. Я, наверное, для начала передам слово Александру, чтобы он сказал о своем видении Fireflies, почему он здесь. И, пожалуйста, встречаем, классными лайками встречаем Александр Курочкин, Крым. Добрый день, дорогие друзья. Да, мне очень приятно сегодня находиться в гостях у Ларисы в этом городе. Мы действительно знаем друг друга уже порядка года. Мы встретились в Кабулете, в Грузии, на одном из мероприятий компании, которую проводила компания Fireflies. Вот, и она объединила тогда, в этом городе, на этом событии, большое количество людей, партнеров разных стран. И теперь мы, знаете, мне очень приятно осознавать то, что где находятся наши партнеры, там тебя все, всегда ждут. Были в Киеве, приглашают партнеры киевские. Едем в Ростов, приглашают в Ростов. Это очень приятно. Спасибо, Лариса, что сегодня приняла меня. Я сама очень рада. Вот. Что касается Fireflies, дорогие друзья, мы сейчас находимся в очень интересном таком моменте, когда компания включила для нас этот долгожданный личный бонус, который позволяет, как любит говорить наш высокостоящий спонсор Михаил Киселев, быстрые деньги. Вы знаете, сейчас пришло то время, когда деньги стали товаром, деньги стали продуктом, и многие приходят в бизнес не из-за продукта, а для того, чтобы заработать. В компании Fireflies у нас же две категории людей, которые активно путешествуют, заказывают себе онлайн путешествия себе отдельно, и люди, которые хотят, пришли сюда, в эту компанию, зарабатывать, и одновременно они путешествуют так же, как и я. Я за этот месяц с конца марта, и вот по сегодняшнее число, 21-го, я уже посетил три страны, и все благодаря компании Fireflies. Это Минск, там, где проходило у нас очередное мероприятие. Это Минск, Украина, Россия, в которой я живу. Вот. Поехал много городов и стран за это время, и в каждом городе нас ждут. Я хочу выразить отдельную благодарность моим прямым спонсорам. Это Сергею Ханину и Наталье Демилюк. Спасибо вам, ребята, за помощь, за поддержку, которую вы оказываете постоянно, то, что вы рядом, за вашу энергетику, за вашу помощь в работе с партнерами, с нашими друзьями, за вашу дружбу. Спасибо вам большое. Я присоединяюсь и поддерживаю Александра, да, действительно классно, ребята. Вот, также я хочу отметить большую помощь. Я хочу, если здесь есть киевские партнеры, вот, я хочу отметить такой факт, как у нас в Киеве пустился и активно работает киевский офис, в котором постоянно проводят встречи наши. Это Любовь Егупова,
это Сергей Тишко, это Ильина Амбрана. Ребята, пользуйтесь этим моментом. Вот мы прожили почти 2 недели в Киеве, и мы из киевского офиса не выходили, не вылазили оттуда с людьми, приводили их, потому что мы бываем в разных городах и странах, а киевский офис работает постоянно. Поэтому наши лидеры, они говорят: ребята, мы все на 100% ваши, поэтому приходите сами, работайте в офисе, приводите своих партнеров, гостей, будем с ними знакомиться и будем им давать эту уникальную информацию, которая называется Fireflies. Поэтому я благодарен этой компании за позитив, в котором я нахожусь постоянно. Меня в этот позитив пригласили вот Сергей с Натальей. Я благодарен вам, что я сейчас нахожусь в этом состоянии постоянного заряда, в постоянном общении. Вы знаете, сейчас знакомство с людьми, если раньше это было что-то как-то, где-то как-то промежду прочим, сейчас это происходит само собой. И люди, благодаря нашим знакомствам, они слышат информацию о Fireflies. Вот я буквально ехал в машине с одним приятным человеком, который подвозил меня в Белгород. Мы с ним пообщались, познакомились, обменялись контактами, и он ждет более подробной информации от меня через Skype, приглашает гостей себе в Харьков, потому что он из Харькова. Со многими людьми познакомились в Киеве, вот поэтому мы на правильном пути, мы в нужном месте, и мы идем по нужной дороге, и самое главное, мы идем с нужными людьми, которые ведут нас вперед, и мы ведем большой, огромный фронт людей, наших гостей. Вот у нас сегодня тоже в Ростове наш уже партнер, потому что он еще не проплачен, но когда человек принял решение, он уже является нашим партнером. Поэтому у нас все впереди, нужно верить в то, что ты делаешь, быть на позитиве и идти вперед. Да. Здорово, дорогие друзья. Ну и сейчас я передам слово своей Вере Георгиевне, но потому что сказал сегодня Александр, я полностью его поддерживаю. Я даже хочу специально приехать в Киев ради того, чтобы поработать в Киеве и лишний раз поучиться у лидеров, о которых сейчас сказал Александр. Я уверена, что у меня сразу появятся и партнеры в Киеве. И вообще, знаете, для меня всегда не есть вопрос, где найти людей. Потому что как где найти людей? Мы живем среди людей. Мы не живем на необитаемом острове. И столько людей, столько контактов, которые просто проходят мимо нас. И возьмете вы эти контакты, познакомитесь ли вы с людьми, выберете ли вы тех людей, с кем вы хотите работать или нет, это уже ваш выбор. Поэтому я всегда иду прямым путем, я знакомлюсь и здесь. Я лечу в самолете, я знакомлюсь, я иду заниматься фитнесом. У меня немножко другой вопрос. У меня не стоит проблема в том, где найти людей. Вот не стоит. Поэтому я, использую интернет, но как бы для меня это больше хобби, поскольку. Потому что живые контакты, у меня их столько, что у меня вопрос в другом. Не где найти людей, а как найти время, чтобы с ними, со всеми отработать. Потому что, признаюсь, есть еще телефоны, контакты, скайпы, которым просто у меня руки не дошли. Вот, поэтому, друзья, становитесь профессионалом, людей много, нет вопроса, где найти их, а есть вопрос, чтобы была ваша личная приверженность профессионалами и учились и знали хорошо материал Fireflies, чтобы вы умели регистрировать, чтобы вы умели пользоваться порталом, чтобы вы знали презентацию, маркетинг, вот что важно. А для этого, конечно, очень важно прислушиваться к своим спонсорам и те, кто живут в Киеве, я, конечно, поддерживаю слова Александра, потому что он там был, он это сам увидел. Те, кто, знаете, пристегнули к своим вышестоящим успешным спонсорам, они сами высоко взлетают. И когда у нас есть прекрасный офис, вот Вера Георгиевна рассказала, ей там очень понравилось, она живет неподалеку. И когда там работают такие лидеры, как Сергей Тишко и Елена Баранова, это наши непосредственные спонсоры, которые сейчас закрыли новый уровень, стали платиновым основанием, это вообще просто супер. Нам есть с кого брать пример, нам есть с кем гордиться и у кого учиться. Поэтому
во всех городах, где есть успешные лидеры компании Firefly, просто пристегивайтесь, они, кстати, тем более еще ваши спонсоры, там Бог велел все. И вы взлетите, и вы научитесь, и у вас будет и опыт, и знания. Дорогу осилит идущие, учитесь, включайтесь, и, знаете, вера от слышания, да? Вот, поэтому, чем больше вы будете с этой информацией, тем больше у вас будет уверенности, потому что вы будете расти как профессионал. Ну и сейчас хочу пожелать всем больших успехов и передать слово своей Вере Георгиевне, которая приехала ко мне в гости из города Киева. Доброе утро, друзья. Я, конечно, не такая разговорчивая, как мои друзья, которые находятся со мной в нашей студии. Но, скажем так, вот с самого раннего детства я обожала гулять по степи, заняться всякими кузнечиками, сусликами, ящерками. А со временем это перешло в такой уровень. То есть, ну, не могу сказать, что гоняюсь, но люблю общение с павлинами, бониками, ящерками тоже, теперь это вараны. Что произошло в моей жизни? Со временем, а я, как все нормальные люди моего уровня, и работала, и садик, огородик, понятно. Вот пришло время, когда это потеряло такую пищевую актуальность, скажем. И я оставила свой садик, огородик, ради путешествия. Все было великолепно. Я пользовалась стандартными туристическими фирмами. Мне говорили, езжай туда, стой здесь и смотри туда. Я это не люблю. Я не люблю, когда мною командуют, я помогу тобой из команды. Вот тут появился маячок. Я просто... Это настоящий маячок. Даже маяк. Я прошу прощения за... Уменьшительно ласкательно, это настоящий маяк. Я не просто вижу, как путешествуют, как великолепно путешествуют мои друзья. Редкие друзья, и, в общем, я теперь ваша. Благодарю за то, что меня назвали еще даже не вступившую официально партнером. Это дорого. Будем уже считать новым партнером. Вчера мы открыли кабинет, мы открыли канал на Ютубе. Вот, и Вера Георгиевна очень любит путешествовать. И Виталий, поможешь ей сделать видеоролики, загрузить на канал из тех фотографий, которые есть. Ну а далее будут уже совместные путешествия. Они уже спланированы. Вера Георгиевна с Виталием, и наши будут общие путешествия. Сама я завтра улетаю в Сочи, в мае это будет Израиль, тоже несколько мест. Это классно, Firefly рулит. Я очень рада, что я в этой команде. Хорошо. Передаю слово Виталию, всем больших успехов. Верьте в себя, верьте в компанию и двигайтесь вперед. Виталий, передаю вам слово. Окей. Спасибо, друзья, спасибо, Лариса. Очень приятно, что мы так приятно дополняем друг друга, друзья. Вы слышали, что сказала Лариса, что у нее нет проблем с клиентами. У нее есть вопрос ко времени, как эффективно использовать время и успеть обработать те контакты, тех людей, которые просто идут к ней в руки. И я вам хочу сказать, в этом и сила нашей командной с вами работы. Это система Fireflies, это система инфобизнеса, которая позволяет приятно дополнять друг друга. Вот работая в тесном взаимодействии со своим вышестоящим партнером Ларисой Ивановой, работая с теми партнерами, которых я приглашаю в бизнес, которые они приглашают в бизнес, это все одна большая семья, одна большая команда. И у кого-то проявляются одни таланты, да, допустим, кто-то любит работать лично с людьми, лучше получается, кто-то любит работать онлайн, а истина, она всегда находится где-то посередине, да, вот, поэтому каждый вправе выбирать для себя лучшую модель. Когда у тебя есть право выбора,
ты всегда свободен. Вот так, еще раз включаем. Что это было? Так. Продолжаем бороться с интернетом. Но за нас Вселенная, друзья. Дайте обратную связь, пожалуйста, как видно, как слышно. Пропадал интернет на секунду. Зависло. Да, вот сейчас как? Ага, есть плюсики. Виктория 0. Так, друзья, как видно, слышно. Если у кого-то не очень, перегружайтесь. Вот. Поэтому наша сила в нашей командной работе, наша сила в нашей вере. И вы видите, абсолютно разные люди приходят в проект, абсолютно разного социального статуса, уровня доходов, видения, возраста. И если этот бизнес, если эта система, если это сообщество подходит каждому, и каждый может достичь успеха, то мы с вами действительно находимся в уникальном месте, нам просто всем очень повезло. И те, кто является партнерами уже компании Fireflies, я вас просто с этим поздравляю, и я просто уверен, что мы обречены на успех. Ну а те, кто принимает решения, и те, кто будет присоединяться к нашей команде, к нашему сообществу, вот, я думаю, что общими усилиями мы поможем нашим новым партнерам, нашим новым друзьям достичь действительно успехов и в жизни, и в саморазвитии, и в бизнесе, и во всех сферах. Друзья, на этой позитивной ноте время истекает, мы пытаемся быть лаконичными, но видите, много информации, много хороших новостей, интересных людей. Я хотел бы завершать наш кофе, и поэтому, если есть какие-то вопросы сейчас, я готов ответить в прямом эфире. Если будут вопросы позже, мы с вами все находимся в наших чатах. С удовольствием я отвечу на ваши вопросы там. Буду рад вашим вопросом к субботнему кофе. Тему вы уже знаете. Из того, что было раньше, и то, что не получается, тоже, пожалуйста, пишите. И в завершение скажу по поводу видео. Вы видите ролики, которые демонстрируются перед началом, мотивирующие такие и прочие увлекательные. И по завершению кофе тоже будут интересные ролики. Вот. Там значочек YouTube есть у вас на экране, нажимаете на него мышкой и попадаете на этот ролик в канале YouTube. Оттуда уже скачиваете. Если зададите мне такой вопрос на школе или напомните, я вам покажу программу, которая позволяет скачивать любые видео с Facebook, ВКонтакте, YouTube, с любого, так сказать, формата. Есть такой сервис. Называется он «Волшебная кнопка». Не буду сейчас забирать время у вас. Поработаем и поговорим об этом в субботу. Какие выгоды для предпринимателей у нас? Сергей и Наталья Ханины. Друзья, вот я скажу свое видение и скажу на своем примере. Я в бизнесе традиционном, да, с 1991 года, когда я закончил службу в вооруженных силах. Еще тогда СССР, это был 91 год, город Североморск, Мурманская область. И с тех пор я в своем бизнесе, я работал на себя, у меня было несколько предприятий по городам и весям России, от северо-запада до Сибири, и даже в Китае, до Харбина, скажем так. Это было 13 лет жизни в России, я посвятил этому. Затем с 97 года у меня было около 8 предприятий в разное время в Киеве. Мы работали в Украине в различных самых тематиках, начиная от микробиологии, заканчивая производством, маркетингом, информационными продуктами, социальными проектами, развивающими программами. То есть достаточно большой у меня опыт в бизнесе. Так вот, я вам хочу сказать, что такого бизнеса, как Fireflies, просто не существует. Это, ну, я не знаю, это уникальная возможность. Кто имел свой бизнес, кто имел свой офис, склад, логистику, персонал, взаимоотношения с банками, с налоговой, пожарными и прочими, тот понимает, о чем я говорю. То есть вот в последнее время в Украине дошло до того, что самим бизнесом заниматься некогда просто. Начинаешь отбиваться и бороться с ветряными мельницами и чувствуешь, что те деньги, которые ты зарабатываешь, они просто сжирают время твоей жизни, сжирают твое здоровье,
вносит сумятицу и дискомфортное отношение в семью, с друзьями и так далее, и так далее. То есть вообще обстановка социально очень напряженная и пытается каким-то образом за счет предпринимателей пополнять бюджет всякими праведными и неправедными способами деньги выжимать, вот, фактически убивать средний класс. И я просто принял решение, я закрыл весь свой реальный бизнес в 2013 году, да, я закрыл все полностью. Я был, конечно, в отчаянии, потому что я не умел ничего, как вот заниматься каким-то своим делом, я ничего не знал, это больше 20 лет жизни. И для меня открытие инфобизнеса, а затем чуть позже еще пролонгированные знания, вот я пришел к партнерству с Fireflies, с Visheli EG, это для меня было просто отдушина для реализации, для саморазвития, думаю, что для каждого трезвомыслящего человека. Поэтому с предпринимателями, которые действительно работали в реальном секторе экономики, разговор очень короткий. Разговор языком бизнеса, языком цифр, языком ROI, да, что такое ROI, кто знает, ROI, это коэффициент время возврата инвестиций. Так вот, по коэффициенту возврата инвестиций можно оценить любой проект. Вот. Ну и по другим критериям, это можем сделать отдельную на эту тему, допустим, школу. И за 20 минут я вам со слайдами покажу, какие аргументы можно приводить при приглашении предпринимателей в бизнес. Это самый простой пласт, который можно обернуть в нашу веру. Предприниматели и сетевики. Вот про сетевиков Лариса Иванова давала очень хороший контент на прошлом кофе. Я рекомендую его использовать. Сетевики – это стержневые люди в бизнесе. Это ваши оловянные солдатики, это самые лучшие партнеры, друзья с высокой эффективностью работы. Вот. А второй пласт – это предприниматели. Поэтому, если есть такой интерес, обращайтесь ко мне, и мы сделаем тематическое такое занятие. У вас будет готовое пособие и по сетевикам, и по приглашению предпринимателей в наш бизнес Fireflies. Так. Нужна такая школа, значит, пишу в план, и мы ее проведем. Анонсы будут в чате. Где посмотреть видео, которые идут в прямом эфире Александра? Ну, я уже ответил. Все, друзья, рад был вас видеть. Спасибо за вашу активность. Большое спасибо нашей ростовской студии и... Да что же это такое? Так... Так, спасибо, что не ушли. Как раз хочу поблагодарить нашу ростовскую студию, своего старшего партнера. Не очень люблю слово «спонсор». Оно вообще как бы не очень сочетается с нашей деятельностью. Поэтому старший или вышестоящий партнер Лариса Иванова, огромное тебе спасибо за тот позитив, за твою энергетику, за уникальные такие включения. И хочу вас, друзья, пригласить к активному участию в наших медийных проектах. На сегодня это утренний кофе Fireflies, это школа Fireflies. Как ни странно, будучи учениками, вы начнете сами преподавать. Будучи маленькими светлячками, которые делают первые шаги в Fireflies проекте, да, делают первые шаги в инфобизнесе, вы за очень короткое время можете стать звездами эфира, медийными звездами. Это ваш имидж, это прямо и косвенно влияет на результаты вашего труда. Вы будете видеть новые лица, я вам гарантирую. Уже есть предложение и есть подтверждение на эту тему. Поэтому находите в себе силы, принимайте решения, помните про видеоконтент, становитесь доступны широкому кругу людей, и это очень поможет вам. Я думаю, что с помощью наших программ, как я говорю, запишись сегодня, выступи завтра, и послезавтра тебя узнает весь Рунет. Это действительно, друзья, так. Раньше мы и подумать не могли, что кто-то из нас будет владеть собственным видеоканалом, как сейчас на YouTube, кто может вещать в прямом эфире,
Вы знаете, что утренний кофе, наш вот утренний кофе по аналитике YouTube смотрят в Калифорнии, смотрят в Африке, смотрят в Европе и даже на сопке ключевой на Камчатке смотрят утренний кофе Fireflies. Поэтому присоединяйтесь к этому проекту, становитесь новыми восходящими звездами, дорога открыта для всех. И мы будем очень рады видеть новые лица, новые эмоции, новые знания получать. Я вам желаю хорошего дня, новых свершений и до встречи в субботу на школе Fireflies в 10:00 по Москве. Всех благ, до связи!